Здравствуйте, дорогие друзья. У нас есть силиконовые ложечки, вот такие вот, чтобы кашкой кормить. Есть просто ложечки гелевые. Есть губки. Губки. Курносики. Термометры для воды. Прикольные соски-усики. Нимблеры, чтобы уже начинать подкармливать малыша с погремушками. Чтобы помыть бутылочку. Чтобы погрызть ребенку. Для первых зубиков получили вот новинку. Зубные щеточки. Поильнички. Разные-разные. Грызуночки. Расчесочки. Тарелочки с присосками. Цвета тоже есть.